Сейчас вам покажу разницу Макдональдса у нас в Украине и в Европе. У нас на Украине ты приходишь, заказываешь на кассу, здесь ты приходишь, заказываешь на автомате, потом берешь номерок и тебе приносят твой заказ. Сейчас покажу, в принципе, как это все происходит. Вот Макдональдс. Вот такие вот автоматы. Здесь по месту картой. Ну все, в принципе, заказал себе рыбу, бургер с рыбой и картошку, и колу хватит перекусить. Здесь пожертвовать людям. И все, мы заканчиваем, оплачиваем картой. Вот табличка такая, выберем сейчас. Вбиваем номер таблички этой. И все, оплачиваем карты. Ждем чек. Все, выезжает вот такой чек, с ним мы ждем заказа, подождем на улице. Все, людей немного, подождем здесь середине. Так вот. Вот так вот, подождем в середине. Бургер с рыбкой, с картошечкой, с колой, подожди, на середине. Ну что, вот принесли поесть, забрали номерок. Так что вот так вот. Макдональдс уже как ресторан, короче. Ну правда, ты за собой выбираешь, потом выкидываешь сам. Так что вот так вот, это такое отличие. Все, я буду кушать. Всем хорошего дня, пока.